В ближайшее воскресенье в России отметят День медицинских работников. Однако поздравления в их адрес уже начали поступать. Сегодня торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику, прошло в Чебоксарах. День медицинского работника из разряда профессиональных праздников давно перешел во всенародное. У каждого из нас есть знакомые врачи и медсестры. Мы искренне желаем им здоровья, а заботу о своем отдаем в их надежные руки. Стоит ли говорить, насколько мы благодарны людям в белых халатах? В последние годы, и статистические данные они имеются, сократились смертность людей по основным заболеваниям, которые у нас первой тройки находятся. Это очень значимо. Во-вторых, на сегодняшний день поликлиники, больницы, ФАПы, офисы все работают в шаговой доступности. Где не хватает, сегодня 12 мобильных практически комплексов выезжают и тоже в шаговой доступности оказывают. Инвестиции в здравоохранение растут год от года. В прошлом в отрасль вложено около 19 миллиардов рублей, на этот запланировано почти 21 миллиард. За несколько последних лет объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли до 80%. В клиниках Чуваши выполняют сложнейшие онкологические, кардиологические, ортопедические и офтальмологические операции. Уровень младенческой смертности у нас один из самых низких в России. Мы с вами очень много сделали в проекты, которые инициированы были Министерством здравоохранения Российской Федерации. Это бережливо производство. Вот в фильме вы посмотрели, и сами вы чувствуете, как меняются наши учреждения, как меняется облик наших учреждений. Медицина – одно из направлений, где постоянное повышение квалификации – осознанная необходимость. За каждой победой в профессиональном конкурсе стоит уникальная технология, научное открытие, новая схема лечения. А еще умение сопереживать, деятельно сочувствовать своим пациентам. Как у победителей проекта «Спасибо, доктор», «Спасибо, медсестра». Поэтому команда, начиная с руководства, вот, заканчивая моими средним медицинским персоналом, моими помощниками, мы все в команде и добились вот такого признания. Я очень горда. Вот, мне очень приятно. Почти 1000 человек в зале и ни одного белого халата. По случаю праздника врачи, медсестры, санитары, лаборанты облачились в парадные костюмы и блеснули талантами. Учреждения здравоохранения постоянно соревнуются между собой в различных направлениях, из которых самые массовые – спорт и танцы. Это полезно не только для физического, но и для душевного здоровья, как профилактика эмоционального выгорания. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, «Республика».